знаете, хорошо в субботу, в шаббат. Говоришь «шаббат шалом», и все говорят «шаббат шалом». Почему нельзя, например, сказать «понедельник шалом»? Но знаете, есть хорошее такое, не то что поздравление, а хорошее приветствие воскресения. Воистину воскрес. Он воскрес, он воистину воскрес. И смерть не смогла удержать его. Он воскрес из мертвых. Иешуа, Господь, совершил победу. И благодаря этому мы, церковь, община Божья, можем собираться вместе и говорить эти слова. Давайте я вам скажу, может, говорят, у вас принято это говорить на Пасху, на Песах. Я вам скажу сейчас. Христос воскрес. И это подтверждение тому, что Он реальность. 2000 лет люди говорят эти слова. И мы поехали с вами, вы знаете, Бог дал нам команде еврейской мессианской общины Бет-Эль, город Черноморск, Орхамашеах, Одесса, и здесь, в церкви города Татарбунары, пробуждение, такое откровение. То есть мы собираемся вместе на ночные молитвы, и Бог дает нам определенное слово. И Он нам сказал: «Едьте и провозглашайте Слово Мое». Я немножко поделюсь об этом дальше, но знаете, мы сегодня говорили о пробуждении. Наша цель была говорить о пробуждении и единстве. И мы так любим говорить о пробуждении, знаете, эта тема такая довольно хорошая, не то, что она специфическая, она на языках у многих верующих. Многие верующие хотят пробуждения. И давайте мы обратимся к самому известному высказыванию в Новом Завете книги Бритхадаша о пробуждении. Давайте. Какому именно? Ну, кто мне подскажет? Правильно. Нету в Новом Завете мест Писания о пробуждении. Не существует. Послушайте, вы когда-нибудь задумывались о том, что 99% верующих людей желают, ожидают вот этого непонятного пробуждения, но при этом этого слова, вот именно слово «пробуждение» нету в книгах Нового Завета. Ну, просто не существует. Знаете, мы можем найти там обращение, мы можем найти там воскресение из мертвых, мы можем найти покаяние, обращение от мертвых дел, но именно вот этого волшебного слова «пробуждение» не существует. И смотрите, и очень много верующих ожидает вот этого волшебного пробуждения. Вот сейчас как придет, ну что ж, пробудись из мертвых, это воскресни. И воссияет над тобой Машиах. Но там не было такого, что апостолы говорили: сядем и будем ждать пробуждения. Иешуа говорит: идите в Иерусалим, и что делаете? Ждите, когда сойдет на вас кто? Дух Святой, Руах Акодыш. И облечетесь силой, и пойдете, и будете свидетелями мне до краев земли, от Иерусалима, Иудею и до краев земли. Это есть. А вот что он говорит: ребята, ждите пробуждения, этого нет. И поэтому иногда мне кажется, что мы чем-то обмануты. Вы понимаете, смотрите, Иешуа говорит: Дух Святой сойдет, и вы обретете силу. Он так говорит, или я ошибаюсь? Я смотрю, что все верующие, все знают, что Иешуа говорит так. И получается немножко по-другому. У нас как-то так: Дух Святой сошел и ушел. И мы ждем. Когда ж ты вернешься к нам? А он никуда не уходил. В каждом из нас живет Руах Акодыш, Дух Святой. И то, что он принес апостолам, оказывается, есть и у нас, верующих Нового Завета, у евреев и неевреев. Бог дал нам эту силу. Я уже говорил эти три дня, что очень часто мы ищем чудеса и знамения. Мы хотим, чтобы наши жизни были такими. Мы ждем, когда Дух Святой сойдет, придет помазание. И вот мы как начнем служить, как начнется движение Духа Святого. А все просто. Он в нас. Иешуа говорил просто: проповедуйте что? Евангелие. И вас будет, слово мое, он говорил буквально, и вас будут что сопровождать? Чудеса и знамения.
Я лично буду, Бог говорит, подтверждать то, что вы говорите своей силой. И мы ищем иногда следствие, хотя причина находится в нас. И то, что Бог дал нам сегодня проехать сюда, Он сказал нам, говорите. Говорите Слово Мое с дерзновением. Это Иезекииль 37 глава. Мы еще ее посмотрим. И я хотел бы просто на секундочку остановиться на слове пробуждение. Давайте мы так разберем это так, ну, вот слово, что же может означать пробуждение. Пробуждение может означать только то, что кто-то спит, и в какой-то момент он просыпается. Правильно? Может второй момент, то есть какое-то бессознательное состояние, в кому впал. Потом раз и пробудился. Такое тоже может быть. Так что вы хотите сказать, что вы, верующие Нового Завета, спите или впали в ком? Нет? То даже почему мы ждем того, что мы должны делать? Мы хотим, чтобы Бог сделал за нас нашу работу, а потом, конечно, как положено, войти на белом коне и сказать, ну, мы готовы. А Иешуа говорит, идите до края земли и несите Слово Мое. И говорите вовремя, и как Он говорит? Не вовремя. Говорите там, где вас принимают, и там, где вас гонят. И тогда сила Божья будет совершаться. Ого, вот это и есть истинное вот пробуждение. А не то, что мы сидим, ждем, и когда же наконец нас накроет. Нас накрыло, и мы пошли. Спасибо, Господь, мы готовы. Молодец, мы дождались этого момента. Смотрите, Иезекииль 37 глава. Я знаю, что, знаете, у каждого из нас есть наши поля, усеянные сухими костями. И сегодня для нашей команды, знаете, это поле, усеянное сухими костями. Мы были с вами за 2 дня в 5 церквях, в 6 мы провели 6 больших служений. Мы стояли возле креста в Авидиополе, да, и мы провозглашали Божью победу на Авидиополе. Мы говорили, что этот город, он принадлежит Господу. И мы верим, что придет момент, придет время, когда мы увидим, когда верующие действительно начнут войдут в эту силу. Мы были с вами в других городах, да? Мы были с вами в Измаиле. Мы были с вами в Вилково. Мы были с вами в Болграде, в Сарате. Послушайте, за 3 дня... Мы намотали, в Васильевке мы были. Сколько километров мы намотали, водители? Очень много. И я вам хочу сказать, вы знаете, что мы делали? Мы выходили и говорили это послание. И когда-то Иешуа говорил, что легче сказать этому больному, который лежал, ну, без сил? Что легче мне сказать? Прощаются тебе грехи твои или встань в постель и ходи? Почему? Потому что, когда ты говоришь, прощаются тебе грехи твои, этого никто не видит, кроме Бога. А когда возьми постель свою и ходи, это свидетельство для других людей. То, что мы делали, это было свидетельство для Бога. То, что говорит Иезекииль 37 глава. Давайте мы посмотрим. Итак, Бог говорит Иезекиилю. Я буду коротко, но я думаю, что это будет важное слово. Это послание я говорю уже в 5 городе сегодня. Но в каждом городе, если вы замечали, оно звучало особенно. Я думаю, для нас сегодня это будет очень важно и правильно услышать это. Потому что, когда я готовил сегодня к этому служению, мы говорили с пастором Виталием, и Бог дал понимание, что очень важно нам лично, как команде, как тем, кто это делает, как тем, кто живет в этом городе, чтобы мы увидели некоторые принципы, который Бог показал Иезекиилю. И самое главное, знаете, пробуждению или этому движению предшествует усиление личных отношений с Богом. Иезекииль, 37 глава, 1 стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Кажется, вроде бы, что тут такого? Взял Бог пророка, вывел на поле, показал что-то, но это означает, что у него были отношения с Богом. Он знал своего Бога, и Бог знал его, и Бог сдал его за руку и вывел, и он был послушен, и он пошел. И это говорит, что всякому движению, которого мы ожидаем, я не буду говорить пробуждение, я буду говорить, скажем, движение в Господе, вот это
ожидание Господа, знание Его. Когда мы молимся не потому, что нас заставляют, когда мы читаем Писание не потому, что так надо, а потому, что мы наслаждаемся Богом, который это все дал. И тогда мы начинаем слышать удивительные вещи. И тогда мы начинаем видеть такие непостижимые дела. Мы смотрим на обыкновенные вещи, обычные, каждый день нас они окружают. И вдруг мы видим что-то невозможное. И Он говорит нам, выйди и сделай то, что я тебе скажу. И если мы знаем Его, мы пойдем. Очень много было препятствий к этой поездке. У каждого из нас были какие-то проблемы, болели дети, что-то происходило на работах, ломались автомобили, было много проблем. Но Бог сказал нам, вы едьте, вы должны сделать это. И когда у нас есть личные отношения с Богом, тогда мы можем, как и Иезекииль из 37 главы, услышать его, сделать шаг, и Он нам покажет что-то невозможное. Моравийские братья 100 лет молились. Представьте, молитва, которая длилась 100 лет 24 часа в сутки. 100 лет они молились за 3 вещи. Первое – это реформация церкви. Второе – это пробуждение в Европе. И третье – это спасение Израиля. 100 лет непрерывной молитвы. Многие ушли к Господу и не увидели результат. Но сегодня мы те, кто является ответом на эту молитву. И вот смотрите, Бог будет нам показывать реальное состояние вещей. Понимаете? Реальное состояние вещей. Потому что главное увидеть и принять. Еще раз повторяю. Посмотрите. Бог будет показывать нам реальное. Знаете, иногда ты говоришь, видишь что-то, тебе говорят, не говори это, тут нельзя это говорить, не исповедуй. Ты смотришь, разрушилось какие-то отношения, нету мира в семье, нету финансов, на работе нету денег. Ты говоришь слово, никто не принимает. Тебе говорят, не надо это говорить, неправильное исповедание. Бог тебе говорит, посмотри, видишь это? Ты видишь, что вот это происходит? Вижу, Господи, вижу. Бог говорит, я изменю это. Если Он нам что-то показывает, Он нам показывает только для того, чтобы мы или исправили это, или мы начали за это молиться. Если мы видим в нашем брате или в нашем сестре какое-то неправильное положение, нам нужно не садиться дружно обсуждать его, а надо начинать молиться. Боже, дай мне мир в сердце, дай мне любовь к этому человеку. Что я должен сделать, чтобы изменилось обстоятельство? Благослови его, пусть мир Божий придет в его жизнь. Вот что Бог хочет нам дать. Нам легче всего сесть и рассказать, что он неправильный. Повесить на него 68 ярлыков, 54 ценника и сказать, не хотим дружить с тобой. Все, пошли к свою песочницу. Бог выводит пророка не для того. Бог никогда не посылал пророка, чтобы пророк посмеялся и ушел. Пророки Израиля проходили испытания вместе со своим народом. И Иеремия ушел в плен со своим народом, хотя царь говорил ему, дорогой, иди ко мне, будешь иметь мясо, хлеб с моего стола, серебро дам тебе. И он говорил, нет. Даниил, да, которого назвали Балтасар, первый князь Персии, ему говорят, не молись на Иерусалим 3 раза в день. Боже, спаси Израиль. Боже, спаси Израиль. Царь говорит, яму кину. Может, ты там не слышал чуть-чуть? Пожалуйста, будь осторожен. Он говорит, неа. Кинул он его в яму. И утром царь приходит и говорит, Даниил, не Валтасар, заметьте. Даниил, слуга живого Бога, жив ли ты? И Даниил выходит, говорит, ну да. Понимаете? Если Бог дает нам такие обстоятельства, настоящие обстоятельства, трудные обстоятельства, потому что я не верю, что жизнь верующих – это сплошной карнавал, это сплошная радость. Иешуа плакал с плачущими, он пришел в дом Лазаря и плакал там, потому что друг его ушел. И радовался, когда он воскрес. Итак, первый момент. Бог ожидает от нас вот этих отношений. И когда у нас есть эти отношения, тогда мы начинаем слушать Его волю, тогда мы начинаем видеть, что Он хочет от нас. И идет дальше, и дальше Он нам показывает какие-то вещи, которые, может, нам не нравятся. И Он ожидает нашу реакцию. Смотрите, Он, следующий пункт, Он бросает вызов нашему логическому мышлению.
Он показывает и говорит, 37 глава, 4 и 6 стих, «И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие». Да? А нет, извините. Он обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? И я сказал, Господь, ты знаешь». Смотрите, очень интересный момент. Дальше. И вот тут Бог кидает вызов нашему мышлению. Он спрашивает. Он говорит, не просто спрашивает, он говорит, а вот теперь вот этому мертвому начинай пророчествовать. Вы пробовали кирпичам пророчествовать? Кирпичи строитесь. Господь сказал, что будете домом. Или выйти на улицу и сказать, слышь ты, памятник, ты нехороший памятник. Господь сказал, что уйдешь отсюда. Представьте себе такую картину. Или прийти на кладбище и сказать, Василий Петрович, вставай. Господь сказал, вставай. Ну, это логика, не пости... ну, сумасшедший дом, я не знаю, как у вас называется, но везде таких людей ведут туда. А Бог говорит, дорогой мой, иди и сделай вот это, вот этим сухим костям скажи, встаньте, воскресните, облекитесь плотью, сделайте вот это, и Бог еще добавляет, это я буду делать, это не ты будешь делать. От тебя зависит сделать первый шаг и сказать слово, высвободить то, что я сказал. И смотрите, если мы соглашаемся на условия Бога и на наш первый взгляд безумие, то это самое логическое и самое правильное решение вопроса. Потому что 37 глава 7 стих говорит, я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, его движение, и стали сближаться кости, кость со своей костью. Это сделал Иезекииль? Это сделал этот человек, который вышел и сказал? Это сделал Бог, который повелел ему, потому что у него были близкие отношения с ним. Который знал, что если этот человек сделает так, Бог высвободит вот эту благодать, эту милость, и начнется вот это великое восстановление. И знаете, иногда очень важно слышать Бога и делать, ну, Бог будет давать нам какие-то странные повеления. Однажды я рассказывал моим друзьям, уже кто-то знает эту историю, я вез детей из детского лагеря. Ну, знаете, детские лагеря, вот детские, когда там надо, чтобы взрослый сопровождал их, потому что нельзя ехать в поезде детям одним. И вот я ехал с этими детьми. И вы представляете себе, что такое летом Одесса, поезд, забитый туристами, забитый вот этими всеми отдыхающими. Кондиционеры, как всегда, не работают. Значит, окна забиты наглухо. Такое впечатление, что там сауна. Дети устали, плачут, кричат. У нас все ряды, вот этот поезд идет, и вот, знаете, вот эти боковые, вот эти все на проходе. Детей туда ложишь. Все какие-то там умные начинают туда свои вещи ставить. Ну, ребенок же маленький, что он там место занимает. А у нас же, ого, мы же на персиков набрали с собой домой, в Конотоп. И получается, ты сидишь и ты думаешь, что ж творится, Господи. Ты ходишь, ругаешься с этими взрослыми людьми, это же дети. И ты делаешь, ну, в общем, понимаете, то есть настоящая жизнь верующего. И тебе уже в голове хочется взять какой-нибудь тяжелый предмет и объяснить, что они неправы. И вот поезд трогается, а я сижу вот на самом входе. И рядом сидит мальчик. И вдруг поезд только начинает ехать, отъезжает от Одессы и слышит, начинается крик. У мальчика болит ухо. Вы понимаете, что такое у ребенка болит ухо? Он орет. Жара, он орет. Мои дети бегают. Меня просто разрывает на все. И внутри меня такое понимание. Иди и помолись за этого ребенка. Боже, ты ли это? Исповедуешь ты Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Точно ты это? Это ты говоришь мне? А если ничего не получится? А если он не исцелится, что я людям скажу? И я сижу минут 20, меня рвет, я понимаю, что мне надо прийти и помолиться за этого мальчика. А вокруг, знаете, что происходит? Я уже не знаю, там ему и лед прилаживают, и воду, и что, ну все что угодно, ну. Эта мама бедная стоит, ее тепает, потому что на нее орут. Почему закрываете рот своему ребенку? И тут я подхожу, представьте, и говорю, вы знаете, я священнослужитель. Можно я помолюсь за вашего мальчика?
Мама на меня смотрит. Ну, я думаю, что в тот момент, если к ней подошел языческий шаман с бубном и сказал, можно я тут по шаманю, она бы готова была на все. Лишь бы что-то произошло, потому что все. Опускаюсь я перед этим мальчиком на колени, а у меня нет веры. Я не знаю, я никогда молился раньше, но не было такого. И я начинаю просить, Боже, Боже, ну как же быть? Это ж Твое имя будет постыжено. Господи, помоги, Боже. И вдруг я понимаю, что этот мальчик молчит. И в вагоне наступает тишина. Я поднимаю эти глаза на этого мальчика, и мальчик говорит, мама, ушко не болит. Я не знаю, кому стало хуже, мальчику или нет. Я поднимаюсь на ноги, эта мама начинает мне какие-то деньги сувать. Я говорю, простите, я не целитель и не знахарь, это великий Бог. Это, ну, понимаете, я сажусь, и вдруг к моим детям начинается отношение другое. Их начинают угощать этими персиками, которыми раньше их пытались там это, их там за ними заботятся. Ну, вы понимаете. Я сижу, и меня мучает. Я говорю, Боже, ну как же это так? Я помолился, мне нету веры, а Ты взял и исцелил. На каком основании? Проходит часа три, и этот мальчик начинает опять плакать. И Бог мне говорит, ты понимаешь, это я делаю. Это не ты делаешь. Ты делай то, что ты должен сделать. Подошел, возложил руки, помолился, и я исцелю. Да, Господь, я понял тебя. Я подошел, мне сразу, доктор, пожалуйста, пациент, руки моем или вытираем, пожалуйста, вот, помолился минуту. И опять вот так мгновенно боль прошла. Послушайте, это Бог. И то, что сделал Иезекииль, знающий Бога, он сделал то, что сказал Господь. И Бог начал подтверждать свое слово своим действием. И посмотрите, пробуждение, вот это то, что мы называем пробуждение, это процесс. Потому что не мгновенно, это как в мультиках, тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш, и все. Нет, он смотрел, как кости сближались, как они обрастали плотью, жилами, как появлялась кожа. И потом наступил момент, они лежали еще неподвижные, Бог сказал, а вот теперь из реки пророчества духу, приди от четырех ветров, это 37 глава, 8-10 стих, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма великое полчище. Это было время. 10 лет. 10 лет. Команда церкви Бетель, еврейская мессианская община, Орхамашех. Вот с нами еще Виталик и церковь Благодать, пастор Виталий. Ой, Боже, извините, Благодать, я уже... Для меня, пусть будет благодать на вашем пробуждении. Мы делаем эту работу. Я помню, когда мы приехали первый раз. Это была, знаете, молитвенная поездка. Вот дороги были именно молитвенные. Мы ехали и молились. Потому что мы не знали, доедем мы до конца или не доедем. Потому что были вот такие ямы. Мы попадали в какие-то ловушки. Мы стояли на пузо. Вот, знаете, вот едешь по дороге. Тш, и стали. Все. Надо друг друга вытягивать. Или там раз колесо пробилось. И ты едешь, и ты думаешь, Боже, где мои вещи, куда мы попали? Это же другая эпоха. Это же, наверное, вот именно вот здесь, и потому и враг не прошел, потому что дороги такие были. Они просто там застряли. И тут, и мы приезжали в города. И вы знаете, что происходило? Мы приходили в церковь, и нас не пускали в церковь. Нам говорили, ну здравствуйте, привет, ну да, братья, ну хорошо. До свидания, братья. Спасибо, мы рады вас видеть. До свидания. Мы приходили в другие города, и была та же история. Но что мы делали? Бог сказал нам, провозглашайте. Мы поднимались на высоты и говорили, Господи, это земля Господня и все населяющее на ней. Боже, эти города Господа, живого Бога. Боже, эти проклятия, которые были на этой земле, разбиты Тобой. Боже, мы делаем это для Тебя. И это слово сейчас ободрение для вас. Потому что проходили времена, мы приезжали, и то же самое. Но третья поездка, и вдруг нам говорили, а вы не хотите у нас служение провести? Мы не против. И мы приходили,
смотрели по сторонам и думали, выгонят, не выгонят. И мы начинали говорить. И люди говорили, вы не представляете, вы такое благословение для нас принесли. И в прошлом году мы сделали ретрит у вас здесь. И вы знаете, мы ожидали, что в этом году здесь будет тысячи и тысячи. И знаете, и Бог сказал, нет, это процесс. Я постепенно буду наполнять общину свою верными. Я буду поднимать служителей для того, чтобы эти взаимоискрепления, чтобы принимать других. Вот что приходит. Это процесс. И то, что Бог делает, знаете, мы были даже в тех церквях в этой поездке, которые раньше нас не пускали. И они открыты. И это то, что говорила нам сестра. Вот вам слово от Господа, которое было нашей сестре. Вот настало время исполнения пророчеств. И сынам, и дочерям Он дает увидеть свет. Свет приходит в Татарпунары. Свет Божий наполняет Бессарабию. Посмотрите, ваши дороги изменились. Это не наша заслуга, что это заслуга Бога, который пришел, возбудил совесть, запретил ворующим воровать, и появились дороги. И я вам хочу сказать больше, вы увидите еще намного больше. Мы приехали в Измаил, мы его не узнали. Он красивый. Мы ездили в прошлом году, заезжали в Сарату, и у нас было впечатление, что мы попали в прошлое. Это был какой-то депрессивный город. Нам было как-то так. Мы выходили, вышли, и такое было чувство, что мы на территории врага. И мы молились, и мы провозглашали, и мы верили, что Бог совершит. И в этом году мы познакомились с прекрасной церковью живых верующих людей. И мы посмотрели, и оказалось, этот Он расцвел. Бог пришел и поменял атмосферу. И поэтому то, что мы делаем сегодня, мы провозглашаем Слово Господне. Сухие кости оживите. Люди, которые не знали Бога, которые погибли в преступлениях и грехах, пришло время спасения для вас. То, что раньше вы не принималось Слово Божье, пришло время изменить, потому что живой Бог хочет посетить эту землю. Он хочет, чтобы здесь прошел вот этот дождь, который даст урожай, который подымет вот эти травы, и будут пастбища на месте пустынь. Вы знаете, когда-то евреи из ваших местечек, из юга вот Украины, из Бессарабии, ехали в Израиль, и они приезжали туда, и там были пустыни, бесплодные земли, там были болота. Сейчас каждый хочет жить в Израиле, потому что там так классно. А тогда там никто не хотел жить. Но сейчас они тогда изменили историю. Они платили цену, и они восстанавливали эту землю. Пришло время общине Божией в Татарпунарах, Церкви Божией, услышать это. Услышать, что пришло время восстановления. Время, когда Бог посетит эту землю. И самое главное, услышать Его. То, что сделал Иезекииль, услышать Его. А это как получается? Только тогда у нас есть отношения с Ним. Только когда мы ищем Его, мы ищем не исполнение своих похотей, желаний, мечтаний. Боже, сделай меня великим. Мы говорим, Боже, что я могу сделать для Тебя? Что я должен сделать, чтобы Ты прославился? Куда мне идти? На поле сухих костей пойду. В больницу пойду. К детям пойду. К наркоманам пойду. К тем, кто меня гонит, пойду. И буду говорить Твое слово. А вот от Тебя, извини, пожалуйста, Ты обещал, что Ты посетишь и сделаешь невозможное. Ты начнешь менять атмосферу. Ты изменишь сердца двоедушных. Исправишь пути. Ты дашь дерзновение слабым. Ты дашь силы тем, кто утомился. Ты восстановишь семьи, которые были разрушены сатаной. Ты вернешь детей, которые были угнаны в рабство этого мира. А мы будем делать то, что Ты нам говоришь. Мы будем говорить. Мы будем провозглашать Твое слово.
И я хочу вам сказать, очень скоро мы услышим вот это течение. Знаете, когда течет вода, дождь. Помните, как пророк, когда он говорит, идет дождь, слышу его. И прибегает, и говорит, нет еще гонькового дождя. Он говорит, ну я слышу этот дождь. И потом пошел дождь. Сейчас время, когда Бог будет посылать свой дождь. И, не, и пропустить это время нельзя. Потому что время пробуждения, которого, может, и нету в Писании термина, слова, но есть понимание, обратись от мертвых, да, восстань из мертвых, и что? Осветит тебя Машиах Христос. Я хочу вам сказать, что это благословение Божье быть в движении Божьем. Это благословение быть Его служителем. Это благословение платить цену. Это тяжело, но это того стоит. Это стоит того, несмотря на возраст. Мы иногда думаем, ой, сколько мне лет. Я уже взрослый человек, повидал жизнь. Что я могу сделать? Поверьте мне. Две женщины совершили невозможное в Англии. Одной было 82 года, второй 85. Они начали молиться о пробуждении. Они начали взывать к Богу. И пришло пробуждение. Люди очнулись от сна. Закрывались питейные заведения. Просто восстанавливались разрушенные семьи. Дети приходили к отцам в слезах и говорили, простите нас. Шли в церкви, росли общины. А потому что две пожилые женщины стали на колени перед Богом и сказали, у нас ничего нет, кроме наших сердец и нашей веры. Помилуй эту землю. Ваша молитва может изменить атмосферу этого города. Ваше слово может привести к вере апостола Павла современного. Ваша помощь может помочь Согбиному выпрямиться. Вы не просто какая-то единица, знаете, ненужная. Мы живем в Татарбунарах. Что хорошего может прийти из Татарбунара? Победа Господа может прийти из Татарбунара. Служителя Божьи могут прийти. И вы скажете, да, вам легко, вы сейчас скажете и уедете. А нам тут оставаться в нашей, вот тут в этой действительности, когда после 3 часов город вымирает. Послушайте, Бог не вымирает. Дух Святой остается в вас. Реальность Его на этом месте. Мы уедем, но мы вернемся. Потому что Бог вложил в наши сердца этот край, этот город. Бог дал нам сердца в вас, потому что мы любим вас. Потому что мы видели, как Бог изменил эту область, как Он изменил эту местность. Потому что когда-то, люди сказали, мы хотим, мы услышали тебя, мы пошли. И может мы сейчас находимся во времени, когда вот кости уже сближаются, вот это все, вот это, вот это, вот это. Потому что в этом году, я еще раз повторюсь, никогда мы не были в таком количестве церквей, именно открылись для нас. Они просто сказали, мы хотим, говорите. И мы говорили слово, и мы видели людей, слезы на глазах людей. И мы понимали, что Бог послал нас не зря. Церковь. Община Божья. Я буду завершать. И знаете, мое пожелание для вас, я говорил это вчера в церкви, когда мы были в Васильеве, да, Васильевке. Давайте мы будем удивляться. Давайте мы как дети научимся удивляться Богу, удивляться Его деяниям, удивляться ответом на Его молитвы, удивляться тому, что Он делает невозможное, удивляться тому, как Бог берет, кажется, уже все, каких-то таких оставленных людей и поднимает их, как князей. Писание говорит, что посажу вас рядом с князями. Так говорит Писание. И я закончу молитву, и потом приглашу Марину, и она продолжит молитву. Она продолжит эту молитву, чтобы мы, знаете, поставили точку. Точку в этой поездке. Потому что мы верим, что это только начало. Это только начало той книги деяний святых апостолов современных дней, которую Бог пишет в наши дни. И мы увидим,
увидим спасенных людей, и мы увидим восстановленные семьи, и мы увидим наркоманов и алкоголиков, которые будут здоровы, потому что Бог освободил их. Мы увидим радостные лица матерей, и мы увидим счастливых детей. Мы увидим, я верю, мы увидим богатую и сильную страну только потому, что мы услышали Господа, только потому, что мы начали исполнять Его волю. Я верю в это. Авину Малкейну, Отец наш и Царь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты, благословляя, благословил нас на этом месте. Боже, мы сделали то, что Ты сказал. Мы вышли на это поле, и мы сказали костям, воскресните. Мы сказали этим костям, придите в себя. Мы сказали этому югу Украины, Ты Господня. И мы просим Тебя, пожалуйста, мы просим Тебя, Боже, чтобы это действие, оно продолжалось. Господи, подымай церкви, подымай верующих людей, подымай общины, подымай пастырей, подымай реабилитационные центры, центры матерей и детей, подымай детские центры, Господь, христианские центры, в которых Ты, Иешуа, Иисус, будешь прославлен, в которых Ты, Господь, будешь делать невозможное, но возможное Тебе. Невозможное людям, но возможное Тебе. Боже, мы просим Тебя. Мы просим Тебя, чтобы Ты пришел в Татарбунары, Боже, как дождь, который польет эту землю, сухую землю, который высвободит Твою победу. И мы увидим, Господь, зеленые всходы. Мы увидим Тебя, Господь, творящим. Мы увидим, Господь, как изменится эта духовная атмосфера. Мы увидим, Боже, Тебя, который шествует в славе Своей. Боже, мы верим в это, потому что Ты сказал нам, и Ты показал нам не один раз, что Твое Слово, оно живо и действенно. Мы благословляем Татарбунары, мы благословляем Бессарабию, юго-восток Украины, во имя Иешуа. Да пребудет милость Твоя, да пребудет царствие Твое здесь, на земле, как и на небе. Боже, хлеб, которым нуждаются люди, дай им. Боже, и прости долги, прости преступления, которые совершены были на этой земле. Кровь евреев, цыган, русских, украинцев, немцев, румын, которая была пролита на этой земле. Боже, пусть придет милость Твоя превыше суда, милость Твоя к детям Твоим. Боже, церковь Твоя, да, Боже, будет укреплена и утверждена Тобой. Мы благословляем во имя Иешуа эту землю. Мы благословляем во имя Иешуа Татарбунары. И мы верим, Господь, что сеющий со слезами, он, Боже, и будет пожинать в радости. Во имя Иешуа. Аминь.